хутка в столице з'явятся разумные киоски. В мультифункциональном павильоне можно будет выкликать такси або экстренные службы. А позднее з'явится махчимость оплачивать коммунальные послуги, набывать квитки на спектакли, концерты и фестивали. Сегодня в киосках Белсоюздрука можно зародить мобильный телефон. Поступово в мини-крамах з'являться сервис онлайн-перекладу. Размовлять с продавцом можно на любой мове свету. Дайте мне, пожалуйста, утреннюю газету. Открытие такого многофункционального павильона, концепция, его все инженерные необходимые требования уже разработаны, и мы планируем, что он будет в ближайшем времени установлен на проспекте Победителей. Мы ждем только согласования городских властей. Планируем, что в будущем вот эти наши умные павильоны постепенно заменят существующие там, где это необходимо. До других европейских гульняў у таких павильонах можно будет выкликать трансфер до аэропорта или скористаться интерактивным городским навигатором.